Всех вас, дорогие высокопреосвященные и пресвященные владыки, отцы, братья и сестры, сердечно поздравляю с престольным праздником главного храма Русской Православной Церкви Успенского собора, что в Кремле. Не случайно был назван этот собор, главный собор Церкви нашей, в честь Успения Пресвятой Богородицы. Потому что Царица Небесная воспринималась нашим народным сознанием и нашим церковным преданием как покровительница земли русской. К ней обращались с молитвами в самые тяжкие моменты нашей истории. И сколько же молитв, сколько слез было пролито здесь, в этом главном храме Русской Церкви, с просьбой к Пресвятой Богородице остановить нашествие иноплеменных, примирить тех, кто враждовал через междоусобную брань. Сколько молитв здесь было пролито и в начале века 20-го, когда стало ясно, что Отечество наше входит в совершенно особую полосу безбожной жизни. Мы знаем, что в то время, когда светская власть, далекая от Бога и противопоставлявшая себя церкви, здесь, в Кремле, создала высшую правительственную резиденцию, то в этот храм прекратился доступ народа. И только в 90-е годы мало-помалу этот Успенский собор стал реально возвращать то значение и ту огромную духовную роль, которую он имел в жизни нашей церкви и в жизни нашего народа. И сегодня, в день Успения Пресвятой Богородицы, в престольный праздник этого главного храма Церкви Русской, мы с особым чувством совершили здесь божественную службу и спросили у Царицы Небесной, чтобы она сохраняла свой покров над всей Русью, над церковью нашей, чтобы помогала народу нашему хранить православие, несмотря на все те соблазны и духовные, интеллектуальные атаки, которые производятся на народное сознание и на народную жизнь, чтобы оторвать людей от живительных источников веры православной. Но верим, что никогда эти замыслы в полной мере не осуществлятся, потому что не дано дьяволу быть сильнее Бога. И Господь попускает скорби, но Господь и встает на сторону тех, кто с верой и надеждой обращает к Нему свои молитвы. И в этот день мы должны особенно совершать молитву о стране нашей, о народе нашем, о всей Святой Руси, о всех, кто объединен узами Русской Православной Церкви. Мы должны совершать молитвы о мире во всем мире, о благостоянии святых Божьих церквей, о примирении всех, в первую очередь христиан, но не только, дабы мир Христов преображал сердца и умы людей и укреплял, насколько это возможно, узы братства и единства. Пусть покров Пречистой Царицы Небесной продолжает хранить от всякого зла Отечество наше и всех с верою и любовью обращающихся к ее пречистому образу и призывающих ее святое имя. Аминь. С праздником Успения Пресвятой Богородицы! Всех вас, мои дорогие, сердечно приветствую!